Изрезал продавца и вытащил деньги из кассы. Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на овощной киоск. По версии служителей закона, этот мужчина накануне ворвался в овощную лавку, угрожая ножом, вынес из кассы 13 тысяч рублей. А продавцу, чтобы не оказывало сопротивления, по версии сыщиков, нанес несколько ударов ножом. По факту разбойного нападения в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. По горячим следам подозреваемого удалось задержать. Им оказался 44-летний челябинец. Сейчас он заключен под стражу. Мужчину проверяют на причастность к подобным преступлениям.